Всем привет-привет! С вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор новой коллекции аксессуаров из сумочек из каталога номер 12 компании Oriflame. Именно в этом каталоге происходит полное обновление коллекции, так как происходит смена сезона. С лета мы переходим на осень, поэтому нам с вами нужно полностью обновить и гардероб, и к нему сумочки и аксессуары. И начнем мы с коллекции, которая мне очень понравилась. Это сумка с металлическими элементами. Я ее прозвала сумка такса, потому что у нее такая удлиненная форма. Смотрите, какое у нее чудесное широкое донышко, очень красивая ручка, я ее уже рассматривала, поэтому она открыта. Посмотрите, какая классная ручка, и она крепится к сумке такими красивыми золотистыми клепками большого размера, и точно из такого же металла сделана застежка. Смотрите, какая крутая застежка, то есть она не хлюпенькая, она очень такая прочная и надежная, то есть вы можете положить в сумку что-то очень ценное и не бояться, что она просто как-то распахнется и будет открыта. Нет, сумка будет очень хорошо закрыта. Давайте рассмотрим, из чего сделана сумка. Она выполнена из ткани под кожу. То есть это не ткань, да, это такой кожзам. Выглядит очень дорого, шикарно отстрочено, все идеально. И цвет, кстати, если вы будете смотреть каталог, цвет в каталоге более рыжий. На самом деле у нее более такой кофейный, мягкий, матовый цвет. Давайте посмотрим, что у сумки внутри. Очень неожиданная подстежка, такая черно-белая, приятная ткань, это не скользкий шелк, она приятная на ощупь. Внутри у сумки есть карман на молнии, и просто она такая великолепная, объемная, то есть в нее много-много поместится. Есть дополнительная ручка, с которой можно вешать на плечо. Кто любит носить сумки на плече, тот, пожалуй, этим сможет воспользоваться. За специальным карабинчиком мы пристегиваем дополнительную ручку, поэтому ее можно при желании убрать, можно пристегнуть. То есть каждый выберет так, как ему удобнее. Карабинчики очень легко фиксируются. Даже я с этим справилась. Вот такая вот клевая сумка. То есть повесили на плечо и пошли. Но я на самом деле больше люблю сумку без дополнительной ручки. Она очень необычно выглядит. Ее можно взять так под руку. Как-то прикольно она прям звучит. Что еще к этой сумке? Шикарные аксессуары. Это серьги. Ажурные серьги в золотом цвете. Выполнены в точно таком же цвете, как и аксессуары, это не аксессуары, элементы, золотистые элементы на сумке. Вот такие необычные кругляшечки ажурные, кстати, они будут шикарно смотреться и с клеткой, потому что они выполнены как бы в клеточках, то есть это ажур, не просто там витиеватые, а они прям подчеркивают прямые квадратики. На мне уже одна серьга одета, давайте примерим кольцо. Кольцо точно такое же ажурное, мне оно подошло на средний палец, но что удобно, у кольца есть возможность увеличивать или уменьшать размер за счет того, что оно не закончено, есть расстояние. Вот такое шикарное кольцо, оно прям чудесно лежит по руке, приятно поблескивает, и издалека может показать, что оно все усыпано кристаллами. Потрясающий красивый комплект, я бы прям бы призадумалась, взять такой или нет, взяла бы с удовольствием. Итак, шикарная сумка и бижутерия, все в ажуре, для вас специально. Рекомендую, девочки, осенью вы будете просто бомбой с такой сумочкой и сережками. До новых встреч, с вами была Лилия Донскова, пока-пока.